ж, играет бравурная музыка. Военно-исторический фестиваль «Гатчинская быль». Первый день из двух. Суббота, 10 сентября 2016 года. Шарики. Да. Там у нас шатры, где старинные костюмы 18-19 веков. Там вот продают разные шкуры. Есть и черепа животных каких-то, и перстни, и даже есть клинок очень такой, и ножи вообще. Ну, разные там, в общем, продают по ходу дела. Типа старинных сувениров. Ну ладно, пойдем за Артемкой. Вот иди сюда, так. Российское военно-историческое общество.